8 ноября в Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялось открытие третьей международной научной конференции «Психология и состояние человека. Актуальные теоретические и прикладные проблемы». Конференция состоялась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Глубоко, если идти в историю, то начинал ее Владимир Михайлович Бехтерев, который основал впервые в Казанском университете психологическую лабораторию. И большая часть исследований в этой лаборатории, помимо там неврологических стен, психоневрологических, была посвящена изучению состояний. Среди проблем, которые обсуждаются на конференции, хочется отметить тему стресса, постстрессовых состояний, а также вопросы психологического здоровья человека. Я занимаюсь таким делом, что на русском языке нет даже хорошего слова – ревалитет. Это значит такое понятие, где соединяется конкуренция и сотрудничество. В конференции принимают участие более 200 психологов из почти 30 регионов Российской Федерации, а также представители психологических организаций стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение 3 дней с 8 по 10 ноября специалисты будут обсуждать актуальные проблемы психологической науки, представляя свои доклады на пленарных и секционных заседаниях. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.